Этот кактус называется Эхинопсис гибридный таурис. В этом году я успела только увидеть, посмотреть и для вас снять, можно сказать, подплавленные цветочки. Вот посмотрите, у нас жара сейчас стоит почти под 50 на солнце. И, естественно, цветочки, раскрываясь утром, у нас жарко уже вот сейчас, вот 7 часов утра, уже 30 градусов. Очень жарко. И лепестки, естественно, плавятся. Обратите внимание, насколько красивые, насколько необычные расцветка. Оранжевая, розовая. Лепестков не так много. Но и в этом году этот цветок не столь большой, но сантиметров 7,5 всего, не более. Но зато он выдал сразу 3 цветка. Вчера 2, те, которые распустились, они, я не заметила, честно говоря, с утра. Ну, я и не могла заметить, потому что не было возможности находиться в это время дома. А когда пришла с работы, они уже сплавились. Чем плохо, когда при цветении эхинопсисов очень большая жара? То, что лепестки нежные, они оплавляются очень быстро. А если ночью прохладные, если дневная температура плюс 20, там, плюс 25, а ночью плюс 8, то при такой температуре, при таких перепадах эхинопсис у меня цвел 3 дня. Вот так было в этом году. Ну, на этом все. Берегите себя. Всего самого наилучшего. До свидания.